Всем привет! Сегодня у нас такое вот несвойственное каналу будет распаковка. Так получилось, что посылку получал мой родственник. Ух ты, прикольно. Здесь залапывается значочек МИ. Вот, посылку получал мой родственник, и поэтому я его попросил, чтобы он посмотрел, все ли там в порядке, открыл ее и так далее, и тому подобное. И, соответственно, у меня уже нету упаковки, в чем шла посылка. Это Xiaomi Mi 6, 6128, керамическая версия, то есть покупал для себя его. Вот, и ну, реально я его очень-очень жду, и давайте на него посмотрим и расскажу, почему именно я выбрал Mi 6, а не, допустим, Honor 9. Дело в том, что когда я выбирал телефон, смартфон, мне скинули ссылку типа Honor 9, я Mi 6 хотел, и он как стеклянный такой, класс. В руке сидит классно, он тоненький. Реально бомба. Отвлекся. Мне скинули ссылку, что зачем тебе Mi 6, он дороже стоит и так далее. Возьми вот Honor 9, вообще класс. Я посмотрел видосы и реально посмотрел и думаю, ну действительно прикольный Honor 9. Ну, начал вникать в этот вопрос и посмотрел там. Особенно мне понравилось, что можно костяшками управлять у Honor 9, да, то есть в операционке там такие настройки. Вот, потом, естественно, я задал вопрос ребятам в чате. Ребят, ну, как бы я уже собрался брать Honor 9, и я задал вопрос, как вы считаете, как бы, что лучше, Honor 9 или Mi 6? И тут сразу посыпалось, что, ну, кто-то писал, что и то говно. Дмитрий, тебе привет, Дмитрий S8. По нику понятно, какой телефон у него. Ну, а так вообще мнение однозначно было, что брать Mi 6, потому что просто брать Mi 6, и даже было такой комментарий, как у меня Honor 9, бери Mi 6. Вот. И вот здесь я уже понял, что действительно надо все-таки брать Mi 6. Да, я просто задумался, а почему вот этих видео, то есть если вы вобьете Mi 6, Honor 9, их просто миллион таких красивых видосов, классно снятых, там крутых обзорщиков, и именно Honor 9 сравнивается с Mi 6, и именно рассказывается только положительные стороны Honor 9, ну а положительных сторонах Mi 6 вообще умалчивается, то есть вообще тишина. И, допустим, у Mi 6 тоже, как бы, в MIUI 9 есть всякие приколы, там, ну, не костяшками управлять, но можно настроить по управлению как угодно. И плюс, однозначно, здесь камера намного лучше, чем у Honor. И я выбирал, как бы, версию и взял керамическую, керамическая марка, и если уронить, может, вот смотрите, как отпечатки остаются. Вот, но я купил силиконовый чехольчик прозрачный, к сожалению, он сейчас не со мной, смотрите, тут рисунки можно пальцами рисовать. Купил прозрачный чехольчик, и с прозрачным чехольчиком, думаю, будет все круто, конечно. Все целое, давайте включим, посмотрим. Ну, вроде битых пикселей я не вижу, но, конечно, он и стекло, ну, переднее стекло тоже, видите, остаются отпечатки. Но их не видно, если операционка включена. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут за операционка стоит. Тут уже родственник запускал по моей просьбе, для того, чтобы понять, все ли в порядке, все ли работает, все ли хорошо. Стоит MIUI Global 9.0, стабильная 9.0.1.0, по-моему, 9.2 уже есть. И, естественно, давайте проверим обновление. Да, и вот подключили Wi-Fi, сразу, видите, прилетело обновление, что есть. Ну и 9.2.2, все правильно, это оно. Вот, ну, сразу обновляю. Вот после обновления лучше сбросить настройки все, то есть чтобы была полностью чистая система. Если у вас телефон только пришел, допустим, лучше сразу, как бы, обновиться и сбросить настройки. Тогда, как бы, проблем не должно быть никаких. Вот, но если у вас уже телефон вы пользовались и вы хотите обновиться, то лучше забэкапить данные все ваши и только потом уже получать обновление делать. Вот, сразу потянуло из Play Market всякие приложения.
Давайте посмотрим. А, давайте посмотрим, что еще здесь идет в комплекте. Зарядка. Вот, Китай. 12, так, выдает, что у нас здесь, 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера, вот такая вот. И шнурочек, шнурочек, ага, и маленький переходничок на наушники. Я, конечно, наушниками не пользуюсь, обычными 3,5, вот, я пользуюсь Bluetooth наушниками, но дома вечером часто бывают Xiaomi-шные наушники, я использую, которым можно, в принципе, мне не принципиально воткнуть их через эту штуку или без них. Все, больше ничего здесь нет у нас в коробке. Вот, она не открывается дальше. Ну, вот как-то у нас все вроде бы. На этом все. Вот такая вот распаковка. Этот телефон я покупал в GearBest. Ссылка будет в описании. Ну, до новых встреч и удачных покупок!